Для юных баскетболистов из Славянска, участников школьной лиги «Локобаскет», турнир, завершившийся на прошлой неделе, ознаменовался победой. Череду баскетбольных игр продолжил открытый чемпионат края среди мужских команд. За звание чемпиона в течение 3 дней боролись хозяева баскетбольного ринга «Славянцы», команды из Новороссийска, Краснодара и Сухуми. Первую игру наши баскетболисты провели с командой «Сухуми». Уже в первом тайме они дали понять соперникам, что проигрывать не собираются. Во втором тайме отрыв наших по очкам был настолько велик, что не оставил шансов на победу команде «Сухуми». Но гости из Абхазии не отчаивались. До конца, я думаю, будет не ясно, кто победит эту игру. Мы стараться будем. Игра не проиграна, пока игрок не сдался. Славянцы сдавать позиции не собирались. Они верили только в свою победу. Пока играем успешно, очень. Надеюсь, таким образом закончим. Ну, естественно, я своей команде желаю только удачи. Победи только сильнейший. Мы выиграем, я уверен. По итогам первого дня чемпионата славянцы обыграли команду «Сухуми». Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».